Будьте вы всегда здоровы.
Что родители не знают, все известно глазам. Лучше глаза не бывает, я уверенно скажу. А за нас переживая, вам желает не болеть, счастья, радости, везения, с каждым годом молодеть. Это наши глазки, все известно. И если вдруг нас память подведет, она простит и нам во всем поможет. И вспомнить ничего не упрекнет. Мы вам желаем оставаться прежней. Вам грусть и скука с нами не грозят. Здоровый быть, счастливый, безмятежный. Желаем вам от всех ребят. Сейчас, ступенись, Гришка. Цветячек пусть послухай, зачекай. Ты еще устынешь выработать зморшки. Моей учительнице ты долю дай. Дай ей здоровья, радости багато. На довгие ноги и лета. Будьте здорові, щедрі і багаті, як наша українська земля. Батько і мати, то сонце гаряче, що нам дарують надію і тепло. Батько і мати, долі дитячі, треба, щоб крити між них не було. Бо без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного житла. Вони ж нас, як сашок, гнізді зростили, давали дітям раду, як могли. І в наших душах сонце освітили, і крила для польоту нам дали. Якщо син у справах сюди перший, зірки з неба запросто хапає, це батьків залізні нерви, небеса до нього присувають. Як дочка росте усім на радість, і спортсменка, і розумниця, і артистка, це матуся любо постаралась, і наставником була, і другом близьким. Ось вони, ненаглядні чада, хлопчики ваші і ваші дівчата, діточки ваші, кровиночки ваші, ви не знайдете розумніш і краще. Скільки безсонних ночей і деньочків ви віддали для дочок, синочків. Скільки нелегких і довгих років ви віддали для дочок і синів. Хто дітей розкив, кохав, ніченьки не досипав, то за прокази сердився, навіть часом сторожився. Папа, дітей не прошли, ти на жовтий світу. Ноги!
радость светлой встречи, радость смущения на каждом лице. Вот и пришел последний наш вечер. Все собрались на школьном лице. Теперь, как знакомых до боли, пересчитанных нами не раз, и слова благодарности школе греют душу и мыслях у нас. Так давайте дадим обещание не забыть этот миг, этот час. В нашей школе в момент расставания скажет каждый спасибо сейчас. За дружбу, за знание, жить без этого мы не смогли бы. Школа наша, тебе на прощание говорим мы сегодня спасибо! Но пусть оно в потоке миг по мыслях вернется. И пусть все ветры принесет наш голову и открылы. Мы продолжаем свой полет и будем так счастливым. Ждали, волнуясь, вот этой минуты, и вот она воля, в руках аттестат. Но сердце, не знаю, стучит почему-то, не только у девушек и у ребят. Выпускной класс, сколько эмоций и переживаний. Не передать словами. Мы сегодня прощаемся со школой, нет дороги теперь в первый класс, и не хочется думать о боли, что сейчас затаилось у нас. Вот мы выросли, стали умнее, и выходим в жизнь наконец. Мы уйдем, и захлопнутся двери, что так больно для наших сердец. Никогда не будет не больше школьницы, и спешить в припрыжку на урок. Позорным и грустным колокольчик прозвенел последний мазок. Умные, красивые, хорошие, строгие мои учителя. Если ты, дай я вам весенние, всю любовь, что в сердце берегу, в жизни до последнего мгновения, я платным, я у вас долгу. Научились снова.
Йдете в доросле життя. Сьогодні вам бажали і бажають дуже-дуже багато. Я хочу вам побажати, щоб всі побажання ці здійснилися, щоб завдання на ЗНО були легкими, а бали, які ви отримаєте, було достатньо для того, щоб ви вступили саме в той вуз, який ви обрали. Здоров'я вам, щастя, всього самого-самого найкращого. Батькам хочу побажати теж здоров'я, терпіння, щоб ви завжди гордилися своїми дітьми. А ми, вчителі, завжди будемо вас чекати в стінах нашої школи по п'ятницям, день відкритих дверей. Ми вас любимо! Вітаю вас із сьогоднішнім днем. Сьогодні у вас незабутній день.
Нехай вам щастить в житті. Бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя. Обов'язково знайти свою стежинку в житті. Обов'язково знайти свою половинку в житті. Одну і на все життя. Мирного вам неба, благополуччя. Ми вас дуже любимо. І чекаємо в школі, як гостей уже. Щасливої вам дороги! Випуск 2014 року. Цей рік був складним, нелегким для всіх нас, і для вас, і для нас. Я скажу вам тільки одне, незважаючи на будь-що, мені було дуже приємно працювати з вами. Ви дуже талановиті, у вас просто неймовірний потенціал. Я бажаю вам тільки одного – розвивати його. Розвивати свій талант, розвивати свої здібності і пам'ятати, що в Волгодонському НДК школа-гімназія вас завжди чекають. Ми вас любимо. Я тільки дітей знаю з младших класів. Но много лет с ними не, так сказать, не контактировала, но пообщавшись с вашими детьми, дорогие родители, я получила море удовольствия, потому что они воспитанные. Это прежде всего заслуга вас, родителей. Поаплодируйте родителям. Я за целый месяц репетиции не слышала, что кто-то мне фэкнул. Хотя никогда такого не бывает, без этого не бывает. Но от ваших детей я этого не слышала. Что кто-то нагрубил, что кто-то сказал, я не хочу, я не могу, я не буду. Или просто, вы знаете, как дети умеют. Никогда даже словом, ни взглядом никто не обидел. Я вам желаю, чтобы у вас были и возможности, и желания добиться всего, что вы хотите в этой жизни. Я люблю вас. От всей души поздравляю вас с этим днем. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальшего пути главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. С праздником вас! В цьому залі зараз всім радісно і весело. Чому? Да тому, що ви з перших днів, починаючи з першого класу, дбали про комфорт своїх дітей. Якщо це шкільна форма була, то це саме найкраще. Якщо це бантик, то найбільше і найкрасивіше. Якщо це зачіска була, то це саме модне. Якщо це оформлено класу, то це було зі смаком. Ну, якщо проведення якихось свят, то завжди говорили, добре, давайте ще щось будемо робити. Ну і саме приємне, мабуть, було те, що була повага до нас, перших вчителів. І ось тому я й назвала це все, що це те, що дає вам думати і надіятись на щасливе майбутнє ваших дітей. Вчора були ви першачками, а сьогодні ось такими красивими випускниками. Я вам дуже бажаю всього самого найкращого, міцного здоров'я, що ви ніколи в цьому житті не розчаровувалися. Успіхів вам у здачі ваших екзаменів, таких перших, а вашим батькам витримки, тому що їм це так необхідно. Підтримайте їх завжди, допоможіть їм. Тому що вони завжди не розуміють, наскільки ви їм потрібні і наскільки ви для них важливі. Діти, я вам бажаю всього-всього самого доброго. Будьте здорові, щасливі і тіште своїх батьків. На все вам добре. Я хочу вас просити, що далі цікаво, що знаєте, і з чого зробили дівчонки і мальчишки, і Павліна в Одесі. І з чого зробили, і як це проявляється на уроках. Ви не погодили. Батарея, із пружина, і резина, із лакушек, із загалик і мармеладок. Це мої дівчатки. Всі дівчатки, а мальчишки – це машинки, а тепер мотоцикли і машини. Мам'яки, якоїсь одне слово, то я не можу произнести до сих пор. Крутиться, ось так,
не только это зря. А теперь Наталья Михайловна. Наталья Андреевна. Телефон выберу, пусть будет. Ну хорошо, тоже подойдет. Так, скажите, пожалуйста, с кем вы посещаете это место? С Лизой Полищук. Лиза, это правда? Вы? С Машей Кирьяновой. Хороший выбор. С Костей Егорышевым. Ну и Олейник. Может, с директором, я не знаю, но что там. Ты мне еще сигареты выбрал? А, ты телефон. Ой, директор, спасибо, пожалуйста. Так, скажи, пожалуйста, ключевой вопрос.
чем вы там занимаетесь? Вспомните, пожалуйста, там телефоны, с кем вы ходите, как часто? Ржем. И все? Ну, с Лизой, да. Хорошо, а чем вы там занимаетесь? Шутки шутим, хорошо. Смеемся, наверное. В общем, они все любят смеяться. Ваш вариант ответа? Думаем о вечном. Ну и последний вопрос. Завтра вы туда пойдете? Лиза, мы завтра туда пойдем. Решай сама. Хорошо. Ну так что? Да. Да. Да? Да. Ну хорошо. С Машей обязательно. Нет. Нет? Как твердо и уверенно. Я, наверное, приду. Хотя не знаю куда, но с директором куда хочешь. Ваше задание будет как можно быстрее сделать так, чтобы эта двойка исчезла. Чтобы ее флоктер превратился в что-то интересное и красивое. Презентация портрета, пейзажа, зарисовки. То есть великолепная принцесса-лебедь. Видите, корона. Повыше. Великолепно выражены глаза, крылья. Изящные лапки. Тонкая шея. Ну как тонкая? Прекрасная шея. Вот глаза. Ну давай, Игнат, расскажи. Ну в общем. А? В общем, у меня морской конек, вот его глаза. Ну, один глаз только. Вот рот, крылья, в общем, тени. В общем, как 3D-рисунок, в общем. Вау, 3D-рисунок! Все? Давай Костина представлю. Вот Костя стесняется. То есть у нас тут дракон, он охраняет принцессу-лебедь. И морского коня, то есть у нас все со смыслом, все связано. Целая концепция. У нас команда, вы понимаете? Понимаю. Вот все связано. Дракон охраняет принцессу лебедь и морского конька. То есть вот же дракон. Он охраняет, то есть от плохой двойки ничего не осталось. Осталось видите? Только идеальный рисунок. Идеально все, у нас просто осталось только поаплодировать, браво. Я не знаю, что им сделать, чтобы нас перепрыгнуть. Ну, девчонки, постарайтесь перепрыгнуть. Мужчин, у нас получилась изящная восьмерка. И цветочком выражена. Потом красивый лебедь. Красивые крылья, лапки. Лапки, кстати, действительно похожи. Красивая змея. Сизочком там разрисованные. У нас разнообразнее. А восьмерка, маму не порадуешь? Восьмерка, я рада. Это точно! Цветочком! Осталось нам выбрать лучший рисунок. Команда номер один мужчин. Как вам этот рисунок? Поаплодируем. Ой, девчонки, на ваше мнение справились? В общем, мы определили, что вы такие самые талантливые и очень быстро и красиво можете двойку превратить в настоящий шедевр. Ну что, готовы? Готовы, поехали, первый трек. Кто отвечает, кто участник? Учат в школе. Учат в школе, правильно, исполняем все вместе. Я не могу курить.
Слушай, варианты. Просто здесь кнопка раньше сработала, чем участник. Здесь кнопка. Как-то тоже очень активно реагировала. Давайте дружно. Как называлась песня? Все согласны? По одному баллу всем начисляется, но у вас по два, и мы поем все вместе. Поехали. И следующий трек, пожалуйста, будьте поактивнее, поехали! Команда. Давайте последний трек. Мы сейчас определим, будете ли вы практически вступили победителем. Ну что, готовы? Приготовились? Не спим кнопки. Поехали. Они были первой кнопкой. Отлично работает. Бойца в синем углу ринга. Претендент на победу. Человек, который произвел 25 нокаутов. Ему ничего не страшно. Строго в перчатках, без зубов.
более интересное. Вот эти розовые милые конфетки открыть без зубов, только в перчатках. И, конечно же, здесь рыбы. Раз. Раз, два, три. Терминатор, ой, молниеносный, отыграется. Пожалуйста, третий раунд. Есть, да? Задание в третьем раунде. Написать выпуск 2014. Без ошибок, главное. Вы определитесь, на каком языке. Давайте пользуйтесь и пишем. Но главное, без ошибок. Четко, разборчиво, красиво, каллиграфическим почерком, пожалуйста. Готовы? Давай, на старт. Готовы? На старт. Внимание. Поехали! Осталось определить, кто написал четче и без ошибок. Молниеносный. Как? Но все равно в нашем боксе выпускном побеждает Терминатор! Спасибо большое! I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll be there.
приедет всем, 40 он приедет всем, нам известный Агитин паровоз. Везет с собой вагоны, он везет с собой вагоны, набитые людьми, будто сеновоз. Он выйдет из вагона, пройдется до перрона, на голове его роскошный котелок. Его глаза горит зеленый огонек, из сигареты тянется дымок. Он выйдет из вагона, пройдется до перрона, на голове его роскошный котелок. Его глаза горит зеленый огонек, из сигареты тянется дымок. М-40 наступило, часами все пробило, но поезд не приехал, не пришел родной. А в мире звуков сонных вдруг зазвучал 740, добрый наш танец, веселый и простой. Красотка машет лапкой, но я танцую с бабкой, не смог пробиться сквозь толпу, я юной той. Но веселее еще с бывалой и седой, ее 740 сделал молодой. Thank you.
нагляді шляхом і слідами. Візьму, то я не буду рости. Тобі писати, мати гоночі шляхомуки перевіряти. Житерка, мікрорайону нашого житерка. Ти знаєш того, що кафе обійти. Все ж перевіряє за життя. Ой, загуляю.
Останній вальс.